Здорово, дружище! Продолжаем с тобой проходить игру Saints Row 2. Мы с тобой отбили в предыдущей серии штаб у бомжей и какой-то там банды гопников. И сейчас, наверное, будем его обустраивать как-то. Давай посмотрим с тобой. Чтобы подняться на лифте, нажми Е. Так. Чтобы войти в гараж, нажми Е. Угу. Ну, то есть это владение наше с тобой. Так, что тут заколочено? Как-то все несерьезно, но пока это все лишь в стадии проектирования. Так, я хочу уже выполнять задание. Кого мне нужно швырнуть лбом в витрину, чтобы мне дали пройти в мое здание и дать мне возможность выполнить пару... Что это? Рисовать граффити пока не хочу. Так. Граффити одни сплошные. Ладно. Можно же зайти. И вот уже задание, отлично. Заполни шкалу авторитета, чтобы начать эту миссию. Ты серьезно? Опять шкалу авторитета заполнять? Ой, какой же это абсурд. Трюки вождения. Ну, что еще новенького мне скажешь? И прием в третьем разрезу без специального раскбанды. Чем сложнее экстремальное убийство, тем больше авторитет ты заслужишь. GPS. Ладно, братан. Я сейчас заполню шкалу авторитета. Тебе наверняка это смотреть будет неинтересно совершенно. Поэтому после того, как я апну ЧСВшечку, я сразу включу. Где же этих искать, упырей-то? Братан, якут подработку тут нашел. Тут нужно якутс убивать из машины. При этом дадут бабло и дадут авторитет, естественно. Так, почти убитый. Опять заработал $50 за золото. Проход уровня. Чё? При этом, глянь, патрон-то бесконечное количество. Так, почет убитых 5, 2 минуты осталось. Второй уровень хочу я получить. Бабулька, извини. Мне просто очень-очень-очень-очень нужно авторитету подкачать. Нифига себе там их. А, и что? Да, блин, у тебя коллажа. Блин, нельзя же выходить из машины, так хочется. У меня так мало оружия. Братцы, киньте мне, пожалуйста, автоматик в окошечко, а? $100 я заработал уже, офигеть. У меня машина-то не бессмертная, она взорвется скоро. Ты чё палишь-то так сильно? Так, авторитет растет, как на дрожжах. Отлично. Не, ну это весело, по крайней мере. Вот такое набивание авторитета мне нравится. Так, где вы там? Где вы там, черти? Красножопые. Нападение из машины, блин. Ладно. Едем давай к другой метке. Так. Все налегке просто. Я вроде как более-менее сориентировался, как тут управлять. Ух, нифига себе. Серьезно? А, нет. Я думал, они тоже на машинах приехали. Один из двух нападений из машины выполнено, отлично. Авторитет 160, и глянь, уже больше половины, вкачали. Так, фонарные столбы, тут можно еще зарабатывать за хулиганство. Правда, такие копейки за хулиганство боится, что смысла я в этом не вижу никакого. Это тоже бандит, да? А что ты прячешься, ты как крыска? Помогать над своим. Один ублюдок напал, и все. Убить-то проще простого. А, это гражданский, да? Так, а сзади кто? А, это полицай. Но против вас я пока ничего не имею, я не хочу проблем. Все равно за вас ни хренашеньки не дают. Прикинь, даже авторитет десяточку не дают. Ой, гранатами закидывает, это глянь. Так. Замечательно. Кто там еще? А, бежит. Красотка. С обрезом, что ли, она бежит с револьвером? Нападение с машины левел 4, подсчет убитых 25, 3 минуты еще у нас с тобой есть. Так. Ну, единственное, что мне тут нужно, это авторитет. Бабище, извини.
Зря ты в эту банду вступила, надо в мою вступать. Хотя я ее еще и не сформировал. Ну и чего ты за гражданский прячешься, трусишка? Странно. А, машина уже дымится, кстати. Я что-то только сейчас заметил. Ну куда ты бежишь, блин? Скоро взорвется. Нужно по максимуму убить этих вражин, пока машина не сдетонировала. Куда ты бежишь? Ты за... наверняка за них, да? Сдавать меня идешь? Полицаем. Упс. Ну кажись, я немножко переборщил. Зато авторитету нафармил, в принципе, неплохо. Так, вы убиты, когда ваше здоровье заканчивается, у вас взымается плат за вживление, игра взымается в ближайшей клинике. Спасибо. Хоть оружие не сперли. Так, я еще с тобой не закончил. Бандитское убийство. Ладно, тачку меня взорвали. Я надеюсь, что можно активировать же какой-то еще. Челлендж. Ну, убийство в пешем... Либо нет. Ну ладно, дружище, тут осталось, в принципе, немного. Давай я добью и с тобой пойдем штаб обустраивать. Так, добрался я, открыл даже новый маршрут в GPS-е. Ну, теперь только попробуй послать меня опять набивать авторитет. Никакого уважения к ней. You know, this ain't exactly what I had in mind for my day. Yo, we gotta clean this place out. Yo, I'm not a fucking janitor. No shit, you're a goddamn diva. Come on, this is the kind of shit people who just got canonized should have to do. Good idea. We'll just ask some of the crew for help. Hey, buddy, you wanna help? No? Looks like we doing this ourselves. That's my point. We can't really run a gang if we don't have, you know, a fucking gang. You said it yourself. Most of the old crew are either dead or busted by Troy. We're gonna have to start fresh. Yeah, well, let's get on that, cause I'm done mopping up blood. This kid Carlos helped me bust out. He seems alright, but we're gonna need more. What you thinking? Yo, I met some people in jail who might work. Let me make some calls. Once I find out where these bitches are, you're gonna have to show them that you're the real deal, though. They won't just follow anybody. It won't be a problem. Hey, before you go, what sort of crew you looking for? Крутую, верную, с храбрую, с крутыми пушками и с большими целями, конечно же. Короче, братан, ну нужно нанять с тобой лейтенантов для святых. Святые — это наша с тобой банда. Лейтенанты нужны всегда, конечно же. Троих нужно нанять, вот почему и, собственно, миссия называется «Три короля». А я-то уж себя возомнил королевым. Эх, ладно. Вот, первый лейтенант, это бабёнка. Ух ты. А мне такой лейтенант по душе. Выполнить прыжки, а, то есть чё, перед ними еще плясать нужно, что ли? Я вообще-то заместитель президента святых, надеюсь. Я не должен ни перед кем унижаться. Блин, ну ладно. Как-то нужно произвести впечатление на шаунде. Окей, попробуем. Опа! Ну как тебе? Понравилось? Я еще не такой могу. Еще два прыжка. Трюковые прыжки, я знаю, знаю. Как и в Сан-Андреасе. Тут есть куча мест, где можно совершить прыжки. За прыжки дадут бабосики. Еще наверняка авторитет поднимется. Тихо. Подсказки мне не нужны пока что. Так, блин, а вот тут трудно будет. Это тебе уже не через трамплин прыгать. Машина быстрая, я думаю, что проблем особых не будет. Так. Во. Какая же тут топорная физика. Нет, тут уже нужно разгоняться. Машина, конечно, крутая. Но не до такой же степени, чтобы совершать прыжок прям практически с места. Так. Ай. Отлично. И прям на трассу. Шаун недовольна. Найди другого лейтенанта. Так, что-то по рельсам не самая лучшая идея проехаться. Ну да ладно. Все, Шаунди пропал, что ли? Не. Фу, главное под поезд не попасть.
Так. Ой! Я, кажись, стой, авторитет поднялся? Я раздавил чувака машины и поднялся авторитет. Так, тебе-то что надо? Эвакуатор. Чем мне нужно спереть этим эвакуатором? Воспользуйтесь эвакуатором, чтобы перегнать машину. Так, Шауди, ждем здесь. He's happy enough when he's killing somebody. Seriously though, he's a good guy. Да, что-то, конечно же, не слишком весело это все. Но это только прелюдия, ты сам понимаешь? А прелюдия, она редко бывает интересна. Так. Хотя под каким соусом это все подавать? Сейчас посмотрим, что там нужно спереть. У кого и зачем, это непонятно. Собственно, это и не должно нас с тобой волновать. Нас должно волновать, как именно... прислужиться перед этими лейтенантами, чтобы они поняли, что святые — это самая крутая банда, и нужно именно на них работать, пахать. Я еще на вас отыграюсь. Так, ну ладно. У нас так называемая зуб за зуб. Ты помог, тебе помогли. Что-то какая-то опасная бабища, она что, шокером, что ли? Так. Shift и Ctrl. Тихо. Ctrl и Shift. Hey, Ramon, what's up? Ramon, как дела? I was just calling to let you know that I stole your car. Все, отстреливайся, hey, давай. Чего не прыгнул с метки? Какие-то, блин, забастовщики. Что-то мне нравится, прям как в хостеле. Там уж прям... много чего кому не нравилось. И книги, и видеоигры, блин. И мясо из человечины, наверное. Тихо. Ой, как же она хреново управляется та с машиной. Я помню, в GTA 5 гораздо приятнее было. Ну там и физика человеческая была. А не вот это вот непотребство. О, ладно. Торопиться некуда, а вот полиция — это хреново. Чё вам? Ты отстреливаться будешь от полицейских, э? Авторитет один за то, что я врезался? Круто. Тихо. 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 Ух. Карлос, доволен, найди еще одного лейтенанта, а все, полицаи про меня забыли. Это странно как-то. Так, пройдена контрольная точка, я надеюсь, что это означает, что автосохранение сработало. Все, чего они на заднице? Ох уж это мода. Так, мне нужна машина. Любая. Никто мне не хочет предоставить машину. Что ж такое? Никто не уважает негров здесь. Так, вот, вижу машинку. Давай, беги, родненький ты мой. Скоро ты будешь сидеть, отдавать приказы, и бегать буду за тебя. Извини, мужик, ты меня хотел арестовать. Мне нельзя в тюрьму. Так. А ты кто такой? Убейте ронинов? Ронины — это банда. Ну, без проблем. Вот это поручение мне нравится, это по душе. Не то что трюкачества какие-то, блин, угоны корявенькие. Вот просто четко и понятно. Убей ронинов. Сейчас сделаем. На. Были ронины, нет ронинов. Что там поменять? Это что, пончик, что ли? Тихо. Большая порция, ну, кулак. Что тебе не нравится-то, я не понял, а? Так, все, ронины еще не кончились, давай садись. А, ты уже сел? Что-то? Он что, вообще же не выходил? Ишь ты какая, блин. Шишка важная. Да?
пока легко. Авторитет был набивать труднее гораздо. Так, убит Ронина в 69. А где они? Где ж они, Ронины-то, а? Внизу спрятались. Сейчас найду же вас. Вы только оттягиваете неизбежное. Блин. Не совсем удобно, конечно. Вон они, а у меня аж два УЗИ. Все, я думаю, что это его впечатлило. Собственно, легчайшая миссия. О! Зачем ты такого? What the hell is going on? I had to do some canonizing. Hold up. You. You're next. Wait, what? Sorry about that. Where'd you find these guys? Like I said, I made some calls. You guys actually hang out down here? I don't know. Add a flat screen, some throw pillows, and a hookah, and this place would be all right. You definitely need a stripper pole in this bitch. Definitely. Oh, yeah. Yeah. So what do we do now? We listen. All right, everybody listen up. We got some serious shit to discuss. The Saints used to own Stillwater. And it seems like the only motherfuckers that remember that is me and Gat. I think it's time we give those other crews a wake-up call. Хорошо сказал босс. Now I ain't gonna lie, a lot of shit's changed since I've been out of the game, so I'm gonna need some help. Pierce, you on the Ronin. I wanna know who's calling the shots and what businesses they running. Done. Shondi, you got the Sons of Samdi. It's gotta be them. Fuck you say? It's cool. I got this. Carlos. The Brotherhood. I'm on it. Alright. Once we're done here, talk to one of these guys. I have something for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Ну что, начало бодренькое. Три короля выполнено, наличные $1000. Замечательно. Вырезка в газете про нас уже. Про нас уже заговорили, это важно. Так, открыть сопровождающий. Теперь мы можем уже завербовать святых. Нажми, чтобы завербовать бойца. Угу. Так что давай с тобой... Либо Ронины, либо дети Саммиди. То есть мы будем громить эти банды и захватывать их территории. Давай с Ронинов начнем. Собственно, какая разница? Я ни с тем не знаком еще. What's up with the dollhouse? Dollhouse my ass. This is how we gonna fuck up the Ronin. This'll be good. Trust me, it is. The Ronin have a stake in Poseidon's palace. So I figure hitting their biggest money maker is a good way to show them we not fucking around. Okay, so what's the plan? You and I enter the casino here. Once inside, we need to distract this security guard. I was thinking you could catch me cheating or some shit like that. Anyway, while the guard's concerned with throwing me out, Gat'll sneak in through this security door. Don't worry. I already got today's passcode from the blackjack dealer Shondi's fucking. Now once inside, Gat'll have to sneak past the guards to cut the power. And when that happens, we only have about 45 seconds before the backup generator turns on. During the blackout, though... Hold up, man. I mean, I love the dream house you built here and everything. But what if we just start here, walk into the casino, and just shoot all the motherfuckers that are between us and the money? Well, you know... It would be a lot faster. And a lot more fun. Yeah, but... Fuck it, let's go. Good call, Johnny. Сейчас провалился план бедного нигера, ну ладно. Я думаю, что да, лучше уж пройти, чтобы было повеселее, побыстрее. Чем там долго мусолить все это. Так, бутлегер. Тихо! Ой, бабёнка, извини. Блин, как-то вообще неприятно получилось. Так, это машина как раз кореша. Быстро у него тачка-то. Надеюсь, он мне её подарит. Так, ну что. Это первый этап, тут будет несколько миссий. Who's calling the shots? A kid named Shogo Okuji. Now he probably spends more time on his hair than he does on his bike. But it doesn't change the fact that he's totally ruthless. Good to know. Hey, I thought Pierce was coming along. Where is he? Pierce is picking up some of the other Saints and meeting us there. I figure we can get the party started without him. Опа. Я не читал то, что они там говорят. Я буду во время записи это все вникать. Вчитываться в это все.
Сейчас самое главное добираться до пункта назначения. Он, видимо, очень далеко находится. Но, понятное дело, наш штаб должен где-то в нейтральной территории находиться, правильно? А не под контролем какой-то банды, которая, к тому же, нас не очень любит. Так, все, объезжать по 300 раз нужно. Еще поворот я проворонил. Так, чем торгуешь, уже не важно. Смени род деятельности, пока не поздно. Ха. Ой, как же тут сложно управлять. Вообще невероятно. Я еще думал, в Мафии 2 сложно управлять. Ха-ха. Нет. Сенсе 2, который портировали с консоли. Вот где по-настоящему сложно управлять. Так. А вот и казино. Авторитет плюс 13. За что бы то ни было. Ронин 1. Пройдена контрольная точка. Ну чё, примчали мы с тобой в казино. И давай-ка разбираться с охранниками. Которых тут очень уж много. Даже для такого крупного казино. Так, нужно убить 15 охранников. А что произойдет потом? Опа. Так, не, видимо, явно не сюда. Чё ж вы там орёте? Так. Ну, где ты там? Они же гранатами кидаются. Вы же вы мерзкие. Там поменять близнец на кулак. Что такое близнец, что такое кулак? Хотя бы объяснили бы. Так. Ну чё ты за мной бегаешь? Ты никчёмный ты создание. Лучше бы ты сидел в машине, и же на шухере. А тебе бы больше толку было. Так, 4 охранника осталось ещё. Где же вы? Так, опа, кто там? Стэк стреляет, а? Так, остался я один, да? Все. Прикрывайте гетто, пока он не закладывает зачатку дверей. Ну! Давай, давай, давай! Прикрываю! По полной программе. Ну, давайте, давайте, нападайте. Вы должны защищать свой храм. Ну, кто-нибудь еще? Чё ты там спрятался? Гэт, ты не можешь побыстрее? Не то чтобы здесь было тут очень напряженно, но как-то скучновато. Все? Давай, 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 вторую взрывчатку. Ты! Лежбище-то вот. А, где тут еще? Отлично, пройдена контрольная точка. Фух, с пятого раза, блин. Так, ну что, две двери мы снесли с взрывчаткой. Банда приезжает. Чё, чё, и это... Верните добычу в дом Аиши? Чё, собственно, и все? Так он просто взорвал две двери, и мы свалили. А чё он... Чё-то я ничего не понимаю. Чё-то я вообще конкретно ничего не понимаю. Я же даже не видел, как он что-то брал. Pretty big score. Yeah, but before we start buying new cars, we better clean this money.
Yeah, stashing a ton of money with a bunch of criminals seems like a smart idea. We gotta find a place to hide it. Yo, don't worry about it. I'll take it to Isha's. You sure she's cool with that? Yeah, she'll be fine. Угу, конечно. Ты ее уговаривал, чтобы она штаб в своей квартире разрешил создать. А сейчас хочет, чтобы она награбленные хотела спрятать. Ну-ну. Наивно, конечно. Даже чересчур. Блин, да что ж такое? Мышка не работала на время. Это что за чудеса такие творятся? Это у них хакерские примочки какие-то. Так, ну, все. Missing complete. このカジノの権利権は、阿久地さんはちょっと。Junichi, you need to relax. 阿久地さんから隠すのは無理なのでは。My father won't find out about the casino. そんなに甘くはないです。Don't question me, Junichi. And we're in America. Speak English. Forgive me, Shogo. А если он с пулемета зайдет? A little jumpy today? Ты с ним будешь катан драться? Over there. Чё чаевые-то не дал? Sword. Жадина. Listen, Junichi. I know you're having a hard time adjusting to the way I run things here. But how about you let me deal with my father, and you deal with whatever the fuck I tell you to deal with. Of course, Shogo. Excellent. Чё-то он прям не выглядит таким крутым авторитетом. Много гонора, много понтов. Так, Ронин один выполнен. В принципе, местами было сложно на самом деле, потому что не с первого раза это все прошел. И не со второго, не с третьего. Все неудачные попытки, естественно, вырезал. Так, ну что, давай с тобой еще одну миссию выполним. Ронин 2, почему бы нет. 6 тысяч баксов у нас с тобой есть. Скорее всего, нужно будет опять добивать полоску авторитета. Этого я очень не хочу, но, видимо, придется. Потому что тут все так. Перед каждым перед каждой миссией нужно добивать полоску авторитета. Это бредово. Это мне не нравится, но... Ой! Электрошокером. Сильно... Ой, Кирьяка, а? Битва на катанах. Да, заполнишь шкалу авторитета. Блин, как это бред. Я наконец-таки добил эту полоску авторитета. Это было долго. It's a little complicated. We shot up a Ronin casino and stole the cash. And you brought that shit here. Ish. Who else we gonna trust with the money? But the Ronin know you stole it, right? Well, they wouldn't have if we would have went with my plan. Yeah, well, if we went with your plan, we'd still be talking about it. Fuck off, Gat. Excuse me? Shut up. We're on. Casino heist has left the police baffled. Standing next to me is Chief of Police Troy Bradshaw. Chief, how's the investigation going? This is an investigation, Miss Valderrama. I can't get into details. Can you say anything about the Third Street Saints' involvement? I don't know what you're talking about. This leaked security footage shows the leader of the Saints, recent fugitive and Saint Lieutenant Johnny Gat, as well as an unknown... Ну, явные пруфы. Obviously, the Third Street Saints are back after a long hiatus. Мастера полиции. Oh, God. Unknown accomplice, my ass! Miss Valder... Also, reports claim that Altor is pressing the police department for a quicker response. One of Altor's investments was robbed. Of course they want their money back. Alright, alright, we've had our 15 minutes. Let's clean this money. Отмывальщики. Так, Ронин 2. Ух ты, вудушка. Кто звонит-то? How to launder money? How hard can it be? Buy expensive stuff one place, then resell it someplace else. This ain't gonna work. You worry too much, Pierce. Где продавца подержанных машин, купи дорогую машину. Зачем? Причем у меня что-то больше денег не стало, столько, сколько у меня было. Я не хочу свои собственные деньги отмывать, они чистенькие. Ладно, попрем. Я уж надеюсь, все-таки миссия будет не состоять не только из того, чтобы отмыть деньги, но еще что-нибудь такое веселенькое произойдет. Погоня какая-нибудь, перестрелка угарненькая.
битва там на стульях, на гидрантах. Тихо. Опа. Куда-то в самую задницу мы едем. Что-то... Я думал, у вас гораздо больше денег, чтобы их отмывать. Поддержанную машину какую-то покупать. Тем более на какой-то ферме. Да свали ты от меня! Where it is, you got a car for sale. I do, but my baby doesn't come cheap. Money is no problem. I'm putting you in the... Да свали ты от меня! Out of the car and on the pavement. Найди торговца с оружием, купи торговца. Да сучка, ты достала уже меня, вот ей-богу! Вот ничего ж тебе не сделал до этого момента. I told you this was a bad idea. We fine, Pierce. The Ronin ain't stopping me. Так, ну я якобы купил эту машину, да? Хотя денег у меня не отнялось, но я думаю, что он свою долю ограбленных вложил, вот, все. Так. Ой, чую, целенькая машина у меня останется ненадолго. Еще полицаи на хвосте стреляют. Ну тут полицейские туповатые, тут никак они в мафии и в GTA. От них удрать проще простого. Да. Кто там так гончит-то быстро? Ты-то с какого боку? Че я тебе сделал-то? Старые обиды не ржавеют, да? Так, купить дорогую пушку. Я уже здесь. Хочу пушку. Дорогую. А, R50 с гранатометом. Нифига ж себе, вот это я понимаю, пушечка. За нее можно отвалить дорого. Она поможет нам вернуть величие святых. В этом грязном городе. Мчимка. Что там еще нужно будет сделать? А то я этого не видел. Тихо. А вот это место. Ой, блин, что ж такое-то? I got some product for sale. Okay, I can use all that stuff. Let's go to my stash. Прикрывайте скупщика краденого. Вот эта пушечка, да легко. Вот это я понимаю, вот это что-то бодренькое и задорненькое будет. Так, а кто посягать-то на нее будет? Пока я что-то никого и не вижу. Хотя на кого не наведись, все красные такие. Все опасные. Ой, блин! На! Как я бы тебе попасть-то не могу с ракетницы. С подствольника, вернее. Так, ну пока мне это нравится. Пока. Ой, мужик, извини. Я по машине хотел выстрелить. Подозрительный грузовик. Очень подозрительный. Да что ж такое? Да, воги как-то тут работают кривоватенько. Не, ну ты смотри, я стреляю прям по нему. Во, неужели, наконец-то. Попытки с 50-й. Попал по этому долбанному мотоциклу. Ну, водит он неплохо. Может, ее водителем взять в нашу банду? О! Вот это был полет, красивенько. Машина дымится, блин, это хреново. Нам нужно как можно быстрее, уже и колеса, блин. Вот-вот. Отвалится.
Блин, это плохо. Надеюсь, ехать еще недалеко. Потому что она явно не горит желанием покидать эту машину, если она взорвется. Не, ну смотри, реально у него колеса уже прям на ниточке висят. Она уже еле-еле едет, блин, это как Болтейс в «Мафии» первый. О, наконец-то. Раздолбанные в хламину машины, конечно, наконец-таки доехали до пункта назначения. Фух, ну это было бодренько, это была очень крутая пушка. Shogo is explaining her failure to his father. Mr. Akuchi doesn't sound happy. That's because his son has brought him much shame. Akuchi-san is coming to America to teach Shogo how to lead. Is that good or bad? That depends on who you are. Wakarimashita, chichiwe. We need the saints taken care of before my father arrives. What would you have me do? What do you think I want you to do? Get some of our boys and kill them! Ух ты, против нас самурай лысый будет выступать. Это прям опасно. Ронин 2 выполнено. Бодренькая миссия, в принципе. На раздолбанной тачке докатились такие. С горем пополам. Три района в владении. Нужно захватить все 45, и тогда игра будет пройдена. Да? Как-то банальненько, конечно, все простенько. 8000 долларов, это отлично. Можем с тобой потом купить недвижимость. Опять нужно будет набивать авторитет, больше половины полоски. Ой, блин, миссии коротенькие, набивать авторитет, это, блин, минут 20. Бредово. Ладно, спасибо тебе за внимание, друг дружище. До скорых ярких встреч на просторах этого дряблого города, который мы скоро с тобой захватим. Играю в хорошие игры, наблюдаю за самыми классными прохождениями. Удачи и пока-пока. Так, сейчас погоди. На Нобит нападают. На Ноб Хилл нападают. Видимо, на наш район нападает. Ну ладно, неважно. В следующий раз отобьем, если что.